Матчевая встреча «Россия-Китай» прошла в спортивном зале «Юргу». Участие приняли новички и опытные спортсмены двух культур. Из каждой команды было представлено 7 девушек и 4 юноши. По словам организаторов, отбор участников был достаточно строгим. Команда у нас подобралась российская, достаточно хорошая, потому что это наши победители первенства «Юргу», внутреннего «Юргу». Ребята сильные, которые занимаются долго бадминтоном и знают толк в этом деле. Будут проводиться личные сначала встречи, затем парная встреча мужская, парная женская и микс. Это смешанные команды. Микс девушка и юноша выступают. И по результатам всех этих встреч мы подведем итог. Бадминтон – серьезная международная игра, и некоторые студенты действительно воспринимают ее не как развлечение. Студент из Китая Уи Вэй занимался бадминтоном в своей стране, и для него этот турнир – редкая возможность поиграть с достойными соперниками. По-моему, русские – это сильные, и они хорошо играют, и вот я очень рад, что у меня возможность с ними играть в бадминтон. И ну, это тоже практика для меня. И я очень рад, что я учился в нашем университете. В Китае, ну, бадминтон тоже популярно. И, ну, это, ну, есть, у нас есть команда специальная. И вот, ну, по-моему, бадминтон, ну, хорошо для здоровья. И, ну, нам надо часто заниматься спортом. Ну, особенно баскетбол, волейбол и бадминтон, конечно. Как и на всех соревнованиях, в этом турнире тоже имели место конкуренция и спортивный настрой. Но атмосфера матча была по-настоящему дружеской. Ожидая своей очереди, участники охотно знакомились и общались с представителями другой страны. Это очень необычно для нашего университета. И я считаю, что это соревнование сделано не только для того, чтобы как-то выявить, кто победил или кто проиграл, а для того, чтобы именно сплотить нас и приезжих к нам студентов, которые приехали из Китая, как я понимаю, и учатся на факультете международного образования. И я думаю, что цель достигнута, и я лично встретила уже много хороших знакомых здесь. Организаторы надеются, что эти соревнования станут традиционными и количество участников будет расти.